10 мая 2004 года. Сломано осталось. Не стыдно. Так отсутствует. Сейчас вчера 9 мая было. Все тоже испачкали. Все покрасили, уши снимали. Все качественно работа проработала. Кусочки уже отвалились. Все некрасиво. Как вы видите, уже все. Не будет фиксировать. Полностью не прокрасили. То, что там полбеды, то, что не прокрасили, то, что это не зашпаклевали, обработали. Тоже у нас ремонтировали. Здесь тоже выпаем. Что у нас делать? Опять влага попадет, все сломает. Так, у нас тут сколы. Как сделали? 9 мая. Потому что здесь грязь, ступени не отмыли. Что-то что? Какого дождь? Смотрим, грязь-то убрали. Да нет, ничего так. Высоло остались. Сточки положили. Вот здесь то ли ветром чуть-чуть сдуло, то нет. Не стали убирать. Здесь тоже ремонт некачественно делается, все отваливается. Ну, галерея испачкана, тоже так не отмывали. Ну, идем, надеяться, что дожди пройдут, а ташкуривание. Ну что ж, не убрали. По углам размели. Теперь, когда опять ветер будет сильный, все будет вечно огонь летать. Потом заварили решетку. Вот эту дырку не заварили. То есть 45 размер. Да? Проваливается детская нога, туда полностью улетит. Здесь тоже ничего не убрано, не вынут. То есть это несколько недель, это не свежее. Так, сейчас дальше пойдем до той беседки. Это един комплекс. Тоже здесь ничего не оттерли. Вот и торчат. Много таких на каждой. Это ржавчина. Стали чистить. Здесь даже какая плитка. Изначально все это было черное.
только от грязи она серая стала. Тут все эти кляксы, пятна. Сказал, вот так вот белят. Ну, либо что-то надо было крывать. Ну, тут некачественно побелели. Ну что, чё? Здесь отсутствует, здесь тоже красно. Просто плитку такую не стали хотеть замазать. Видно, что даже плитку, которую ложили до этого, качественно щели не промазали. Ну что удивляться-то, что плитка отлетает. Это мы.